В Самаре работает консультационный центр для желающих заключить контракт. По номеру, который вы видите на экране, круглосуточно можно получить всю необходимую информацию. Напомню, с октября этого года единовременная выплата при заключении контракта – 2 миллиона рублей. За первый год военнослужащий получает 4,5 миллиона. Помимо этого, увеличили до 100 тысяч рублей сумму выплат за содействие в проведении агитации, помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат или пункт отбора для заключения контракта. Средства может получить любой, основанием для этого является справка. Родине послужить, друзьями тоже служит. Решил не остаться в стране, тоже пошел. Чем сплоченнее народ, тем труднее победить его.